Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует спортивный магазин «Головиво», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от словацкой торговой марки «Керест». Модель называется «Тук». Это двухподвес велосипед с алюминиевой рамой, у которого передний амортизатор и есть второй задний амортизатор. Размер колеса 27,5 дюймов. Ну, более детально следующее хочется сказать. Спицы здесь идут, конечно, из нержавеющей стали, черные. Идет здесь эксцентрик внутриполый, который позволяет облегчить сам велосипед, при этом увеличить прочность и надежность. Классный эксцентрик. Ну а эксцентрик, естественно, уливается из того, что здесь стоит шикарные передние и задние втулки. Это Новотек. Втулки, которые идут на промах, качественные, хорошие, облегченные. Позволят легко ехать. Тормозная система торговой марки Shimano, у велосипеда стоит ротор также, естественно, Shimano. Ротор передний, задний 160, а тормозная система 365. Модель 365 Shimano. Вилка здесь от торговой марки Santur с ходом 120 мм. Воздушная вилка, которая легко регулируется. Сюда можно накачать воздух под ваш вес или спустить. Также с другой стороны есть локаут, который включает и выключает сам ход вилки. Рулевая колонка здесь tapered, то есть снизу это более широкий узел, а выше более узкий. Это позволяет уменьшить нагрузку, но увеличить прочность, надежность велосипеда. Руль велосипеда длинный, гидроформированный, в центре более дутый, тонкая стенка руля, по бокам оно сужается, увеличивается прочность. Длина 69 мм. Тормозные ручки под 2 пальца, удобно тормозить, классно кататься на этом велосипеде. Также стоит отметить, у велосипеда идут боудены, которые спрятаны в раму. Передний переключатель имеет боуден, который спрятан в раму с прямой подводкой к переключателю. Переключатель от торговой марки Shimano 616. Также у велосипеда есть возможность установить подседельную трубу, которая может регулироваться. Подседельная труба может быть с амортизатором. Амортизатор, который в свою очередь также может регулироваться. У рамы есть специальное отверстие под тросик, который регулирует ход подсидела. Но это специальный подсидел, дополнительно покупается, устанавливается. То есть можно эту раму усовершенствовать. Также стоит отметить задний аморт. Это RockShot. Это RockShot торговая марка RockShot. Модель называется Monarch. Воздушный амортизатор. Классный, хороший, легкий, облегченный. Цепь идет здесь и KMC X10. Ну, естественно, это хорошая, надежная цепь. Задняя кассета на 10 звезд. Классная горная кассета. Задний переключатель от торговой марки Shimano SLX 670 на 10 скоростей. Тоже легкий, надежный, классный. Камера у велосипеда с тонким ниппелем французским. Выдержит лучше нагрузку. При желании... Кстати, даже отметить надо, что покрышки здесь идут с хорошим грубым протектором. Устойчиво держится велосипед на пересеченной дороге. Комплектуется велосипед педалями, металлические педали. Ну, средненький класс, ну, это так, на первый раз. Потом кататься будете, поставите нормальные, хорошие педали. Также надо отметить, забыл сказать, что здесь каретка пустотелая. И у этой каретки вынесены наружу подшипники. Тем самым облегченный узел и увеличена прочность самого узла. Спереди идут две звезды на шатунах. Это комфортно. 38 и 28 зубьев, количество зубьев на этих шатунах. Простота переключения тем самым. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайте наш киевский магазин на бульваре Перова. Если вас заинтересовала какая-нибудь скидка на велосипед, тоже обращайтесь. Рады будем видеть. Всегда готовы вам помочь. Подписывайтесь на наш YouTube канал, и вам будут дополнительные скидки.